Это там как убираетесь? Это что за уборка такая? Убрались и бросили на дороге. Нормально, нет? Мэр Уфы остался недоволен уборкой вновь построенного участка Уфимского ожерелья. Ратмир Мавлиев отметил, что в юбилейный год промахов быть не должно. В данный момент в Уфе благоустраивается большое количество городских объектов. Это так называемые гостевые улицы, а также фонтаны, площади, аллеи и парки. Среди последних и парк нефтехимиков. Площадь благоустройства 7 гектар. Выполнение работы по контракту до конца этого года. Контракт заключен. Ведутся планы завершения работ до 31 августа текущего года. Работы продолжаются. Ежедневно на объекте работают от 20 до 25 работников, также порядка 7 единиц техники. Обсудили ход работ на новом транспортном коридоре «Дорога жизни», который включает в себя реконструкцию улицы Рабкоров и строительство улицы Высотной. По задумке властей, коридор позволит разгрузить улицы Софьи Перовской, Степана Кувыкина и Менделеева. Улица Рабкоров готова уже на 75%, заявил Константин Папя. Состояние строительной готовности объекта составляет 75%. На сегодняшний день, значит, полностью выполнено землеполотно, коммуникация на 99%, переустроена 3,6 километра. Предстоит выполнение работ по устройству дорожной одежды. Завезли вот 4000 кубов щебня. Подготовительные работы почти завершены. Осталось уложить асфальт, подытожил начальник управления. Также в Уфе продолжают оснащать подсветкой путепроводы. На очереди еще 3 моста на Мингажево, Кирова и в створе улицы 50 лет СССР. В завершение совещания Ратмир Мавлиев напомнил, что до юбилейной даты 31 августа остается мало времени. А значит, работа предстоит усиленная. Задача, чтобы 31 августа Уфа блистала. Самым красивым городом, что было. Самым чистым, самым уютным. Эльсияр Мухидинова, Рустам Лукманов. Вся Уфа.